Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Пичуев, и сегодня хочу показать вашему вниманию мусульманский или арабский талисман от застоя в торговле. Наносить его лучше, как говорится, в пятницу, это авторский ритуал, как, ой, талисман, как всегда, окурив его мускатным орехом. А вот, разместить на рабочем месте на любого цвета листе, можно, конечно же, зеленый. Естественно, визуализировать результат, что проблемы уходят, дорога у нас очистится, она тут у нас поставлена, заштрихована, специально сделана. Вот, ничего сложного нет, можно даже сказать во имя Сулеймана, ничего это не навредит, оговаривая четко цель. Всем удачи, успех, с вами был Александр Пичуев, надеюсь, видео было полезно, делитесь, всем удачи.